Он упал. С кровати упал. Где его место? Ну, мам, ну где у носка может быть место? На ноге? В зале то смех, то слезы. Юные чтецы заставляют зрителей испытать всю гамму эмоций. В областном конкурсе на лучшее исполнение литературных произведений «Открытая книга» участвуют школьники со всего Подмосковья. Состоялся он на минувших выходных в стенах детской школы искусств имени Верстовского на Левом берегу. Каждый февраль мы встречаем лучших чтецов Московской области. И получают хорошее впечатление, новых друзей. Преподаватели обмениваются своими методическими наработками. Все очень интересно. Настя Бородина, химчанка и ученица школы искусств имени Верстовского, подняла в своем выступлении актуальные для переходного возраста темы. Я прямо сдергиваю с головы все заколки с папочками, ягодками и прочей ерундой. Я освобождаю волосы от резинок. Я что, совсем чокнутая? Иди в школу в этих детских побрякушках. Они бы мне еще бантики прицепили, как в какой-то первоклашке. В конкурсе чтецов ученица 5 класса участвует уже в 5-й раз. Сегодня жюри отметило ее артистизм. Главное не бояться и не навлекать на себя просто ужас. И быть не внутри себя, а открыть себя и общаться с зрителями. Всего к участию было допущено 95 ребят, 20 из них – жители Химок. Подготовка и отбор кандидатов проходили в несколько этапов. Сначала школы выделили своих самых талантливых учеников на местах, затем видео с конкурсным исполнением номеров было отправлено членам жюри. Те ребята, кого отобрали заочно, смогли продемонстрировать свои таланты уже на сцене. В этот раз наградами были отмечены 13 ребят из Химок.